Всем прекрасного утра, дня и вечера. Я Анна Милай. Хочу рассказать историю этих ногтей. Вы знаете, что все новое – это хорошо забытое старое. Итак, начинаем. Спилив почти весь старый гель фрезой номер один, тщательно, ровненько не давим, обязательно не давим на ноготок. Поднимаю кутикулу пушером. Кстати, наш пушер такой молодец, что справляется даже с прилипшей кутикулой. Остатки геля и ноготь я матирую пилочкой 180-150 грит, не больше. Ну а затем приступаем непосредственно уже к аппаратному маникюру. Аппаратный маникюр я делаю сначала насадочкой номер 26, синенькой. Она хорошо убирает грязь с ногтя, и от того, что у нее нет острого кончика, не вредит абсолютно ни коже, ни ногтю. Кстати, юбочку я тоже у кутикулы не поднимаю, потому что срезаю нашими ножничками, нашими самыми лучшими ножничками. Обратите внимание на их тончайшие кончики. Вот они какие красавчики. Это и есть самый настоящий профессиональный инструмент. В том числе это экономит мое время. Ну и отполирую кожу этой насадочкой. Как я ее называю, красная пилюля номер 10. Кстати, она намного быстрее и лучше это делает, чем шарик. Никогда больше не буду работать шариком, только этой насадочкой. А также она у нас есть еще и в синем цвете, тоже хороша собой. Итак, предварительно вытерев ногти жидкостью, которая называется Универсал Ликвид, в том числе эта жидкость еще и дегидрирует ноготь, то есть ею можно использовать ее как прэп. Значит, экономим деньги, не нужно специально покупать прэп или дегидратор. И вот, наконец, наступило время для гелей. Начну я с бонд-праймера, но без него совсем как без рук. Это универсальный праймер, который подходит для всех систем.